Впервые в Германии Василий Шукшин и его герои в реальном времени. Государственный театр Надежды Бабкиной «Русская песня» представляет музыкальный спектакль «Калина Красная». В главных ролях блистательная Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Надежда Бабкина и другие. С участием актеров театра и кино, артистов и танцоров ансамбля «Русская песня». Заказ билетов на сайте artist-production.de и по телефону